Ребят, скажите, пожалуйста, вы меня слышите? Слышите, видите? Так, ну замечательно. Ну что, ребят, всем большой привет. Сегодня я выступаю вот на канале Лару 193. Ребята организовали вот такую вот трансляцию. И за что им спасибо большое. Они очень поддерживают наше объединение. Поэтому попробуем с вами пообщаться. Так, на этом канале. Ну, сейчас ругается о том, что слабенькая такая трансляция идет. Но это вопрос к YouTube. Ну, в принципе, это нормально. Разобрать можно мой голос? Будет идти небольшая задержка, ребят, поэтому... ну все, замечательно. Ну смотрите, сегодня просто такой стрим в тестовом режиме будет проходить. Никакой определенной темы не будет. Поэтому отвечу на все вопросы, которые будете задавать мне. Так, звук слабенький, да? А вот так вот нормально звук, ребят? Так. Если звук нормально, ребят, все, напишите, пожалуйста, увеличился звук или нет. Вот. добрый вечер, ребята. Найон Уск. Ну все, замечательно. Так что, ребят, давайте, задавайте вопрос, я буду висеть в чате. Отвечу абсолютно на все вопросы. Этот стрим, он будет залит на мой канал. Вот, ребята его обработают. И те, кто не успел, сможет потом его посмотреть в записи. Ну, если, конечно, интересный будет стрим. Если интересные вопросы будут. Потому что мне ребята предложили, мол, у вас канал только-только начинается. Давайте мы через наш канал запишем, сделаем стрим. На этом канале... Не помню, по-моему, 50 тысяч уже подписчиков. Ну, такая аудитория уже собралась замечательная. Ну, поэтому еще раз спасибо большое ребятам, что организовали вот такой стрим. Погода сегодня в Караганде замечательная. И я сегодня жарил шашлыки, барбекю, крылышки. Ролик, надеюсь, сегодня выйдет на моем канале. Ну, если кому интересно будет, заходите на мой канал. Там, в общем-то, я часто выкладываю, ну, довольно часто выкладываю ролики там из своей жизни, то, чем я увлекаюсь. Вот. Это прямой эфир. Да, это прямой эфир. Мирбол Токашев. Да, это прямой эфир. Так. Шашлыки. Ага, вот. Так, вижу, все, народ подтягивается. 43 человека сейчас онлайн находится.
Так что давайте, ребята, давайте будьте активнее. И так, что-то подвисает у нас, по-моему. Так, Александр Трусов. Так. Александр Трусов задает вопрос, какие новости про Руслана Жанписова. Так. Так. Немножко ругается у нас. Немножко ругается у нас. Так. Ребят, вы меня видите, вы меня слышите? Напишите, пожалуйста. А, да, потому что у меня тут картинка прям вот поподвисла и все. Значит, что касается Руслана. Значит, что касается Руслана Жанписова, завтра в 10:30 будет судебное заседание в Абайском районе города Шымкент. Поэтому, ну, все желающие, кто хочет послушать, посмотреть, поддержать Руслана, пожалуйста, приходите. Поддержите Руслана. Так, ну, ребята пытаются сейчас настроить. Так, ну, вроде все вроде работает, не знаю, что-то. Вот пишут мне ребята, говорят, что все нормально. Это вопрос интернета. Вот. А, камера прыгает вверх. Это я руками ее, наверное, дергаю. Значит так, что касается срока, ну да, очень статья очень тяжелая, которую Руслану вменяют. Поэтому боюсь накаркать, но, скорее всего, будет что-то серьезное. Так. Добрый день. Занки Зе, добрый день. Добрый день. Вот. Ребята пишут, что состояние трансляции не очень хорошее. Алло. Нет, должен быть. Сейчас, подожди минуточку, сейчас я открою. Да нет, все-таки я должен правильно. Так, сейчас найду его. Так. То у меня прямой эфир идет. Так, говори номер. Так. Да. 06.
Да, окончается 0,6. Все остальное правильно, 0,6. Да. Все, давай. Так, ребят, прошу прощения. Периодически так будет прерываться у нас трансляция, потому что звонки каждый день. Бывает по 80-100 звонков в день. Голова к вечеру совсем опухает. Осветите, пожалуйста, тему с Жанписом. Я что-то пропустил. Максим Ярашкин. Максим, я только что буквально рассказал на эту тему. В записи уже посмотрите. 1 сентября запускают Спанч Боб и Скоростимеры, так что осторожней. Ну, не знаю, что это утверждение или что, или это какой-то город. Вася Павлюк. Вот так вот человек боролся за справедливость, а итог тюрьма. Ой, ну, давайте не будем давать пока оценок. Я именно поэтому и сообщил о том, что завтра суд будет, и все желающие, кто хочет поприсутствовать на процессе, лично, чтобы убедились, послушали, увидели, и потом нам расскажете о том, как, ну, какое впечатление на вас произвело то обвинение, которое Руслану обвинение вменяют. Потому что мы все, никто из нас, из вас, никто не знает достоверно, что произошло. Только в суде можно увидеть, услышать. И вот чтобы так не было голословно, что он плохой, полицейские плохие, оса плохая, лазута плохой. Вот давайте шымкенцы с районов Южно-Казахстанской области сходите и потом расскажете. Опять же, мне самому очень любопытно было бы услышать, увидеть эту информацию из достоверных источников. Ну, статью, естественно, взяли не с потолка. И поверьте, полиция у нас при всем ее со всеми его недостатками, она работает. И просто так с первого раза не берут людей, не принимают. Вот у нас наши любимые хейтеры появились. Мэри Карл Лазута сам бабки хапает со своего сайта нормульно. Ну вот. Что-то как-то даже не обзываются, не оскорбляют, как-то даже не интересно. Да, вот у меня бабок тут, знаете, сколько? Скирдую в мешках, унести невозможно. Готов со всеми поделиться мешками денег. Тарас, привет. Тарас, привет. Привет, Караганда, Бакытбек. Бакытбек Тимирбекулы. Салам, салам. Да, сижу прям на них, вот видите, вот так вот дергаюсь. Ага. Ну, дело в том, что Найон Уск задает вопрос, ну, вернее, или утверждение такое: при всем уважении к Жанпиисову и его работе, думаю, что посадят на пару лет. Такие статьи вменяют, еще и против системы попер, так что исход ясен. Ну, вот это заблуждение, я постараюсь его развеять. Во-первых,
Самая тяжелая статья, которая вменяют Руслану, она подразумевает до 7 лет. До 7 лет. То есть вымогательство. Теперь, что касается его работы. Работал он в небольшой фирме ТО, а то, что он снимал ролики, это никакого отношения к этому не имеет. И то, что его приняли, никакого отношения к роликам не имеет никакого отношения. Это все околороличная такая ситуация. Потому что если бы за ролики сажали, поверьте, уже меня бы лет на 300 посадили бы. Поэтому нет, никакого отношения это к роликам напрямую не имеет отношения. Так, Новосибирск, привет! Маза-Мазав или Мазов, да, по-привет. Привет, Новосибирск. Жаке, как получить от вас наклейку? Вся информация о Жаке есть на сайте. Давайте я ссылочку сброшу. Думаю, там вы уже сами разберетесь. Так, приобрести. Так. Так, вот ссылочка для Жаке. О том, как... Ой, ёкарный бабай. Никак не получилось. Сейчас. Так, копировать. Так, вот ссылочка для Жаке. Алексей Бичевский. А какие темы обсуждаем? Алексей, абсолютно любые темы. Сегодня свободная тема. Сегодня такой тестовый режим. Ребята пригласили меня, организовали через вот этот канал, свой канал, наш стрим. Поэтому сегодня я появился вот таким вот чудесным образом на этом канале. 362, Яло. Здравствуйте, в Актау есть ваши? И в Актау есть, и в области есть, Мангистаусской, и в Атырау есть, и в Уральске, Актобе. Везде есть наши участники. Привет с Рудного. Салам алейкум, Рудный. Приветствую, приветствую, Рудный. Почему телевидение не подключаете? Занки Z. По поводу чего? Алекс Павлов. Почему Асане направлять жалобы в государственные органы? Где результат вашей работы? Где можно посмотреть? Ну, дело в том, что мы не занимаемся непосредственно жалобами. У нас просто для этого, Алексей, нет людских ресурсов. Мы занимаемся юридической помощью нашим участникам. И по остаточному принципу, если какие-то либо ролики, либо ситуации какие-то, да, мы тогда обращаемся. А так мы не занимаемся жалобами на действия или действия сотрудников, где-то там неправильно припарковался и так далее. Просто некоторые люди не совсем понимают смысл деятельности нашего объединения. Так, Вася Павлюк, пол Казахстана уже сидело бы. Ну, совершенно верно. То есть, вот Василий уже понимает, то есть, что это, в общем-то, Руслана задержали, конечно же, не из-за самого ролика. Так, спасибо, так, за ответ. Но ролики дали мотив основной, разве не так? Но я еще раз говорю, что это именно околоролично. Его обвиняют в том, что Руслан вымогал деньги у сотрудников полиции для того, чтобы не публиковать заснятые вот эти ролики, ну, с компроматом, где, к примеру, они там спят, я не знаю, там нарушают, там и так далее, и так далее.
Беричевский, Алексей Беричевский. Прошу прощения, сейчас у нас довольно так темно, и ну, я не очень хорошо вижу. Поэтому Алексей Беричевский, прошу прощения. Виктор Спиридонов, здравия тебе. Мы все граждане СССР. Нас немедленно сделали мигрантами у себя дома преступным путем. Так, ну, я политикой не занимаюсь, поэтому я оставлю ваш вопрос без ответа. Валерий Юрьевич, вступили ли в силу поправки от 15 июля? Ну, о каких конкретно вы поправках и говорите? И если там какие-то были поправки, то, естественно, они уже давно вступили в законную силу. Потому что любой закон, как правило, либо указ президента, имеющий силу закона, он вступает по истечении 10-30 дней. Можно адреса или как связаться? С кем? 362 Яло задает такой вопрос. Так. Сергей Большой. Когда, наконец, у нас будет, как на Украине, чтобы документы предъявлять, а не передавать? Тогда и коррупции, и проблем у водителей будет меньше. Ну, полагаю, что не скоро еще такое будет. Ребят, значит, вот Занки и Зет по поводу Жанпиисова. Видимо, выше был какой-то вопрос, и я спросил что-то, да, на этот вопрос, а вы говорите по поводу Жанпиисова. Пожалуйста, пишите подробный вопрос, чтобы не было у нас такой, не изображали мы глухой телефон, потому что сейчас сообщения идут. И я не помню то, что вы задавали. Поэтому давайте, ребят, полностью задавайте, пожалуйста, вопрос. Так, Алекс Павлов. Я Александр. Алекс Александр, не Алексей. Алекс Александр, все понятно, все. Спасибо за поправку. Так. Мазав, давайте поговорим об эмиграции. Ну, давайте поговорим, что именно вас интересует. Именно эмиграция из Казахстана. Давайте поговорим. Напишите вопрос. Дмитрий Мирный. Здравствуйте, Руслан Викторович. И всем-всем привет. Ребята, всем большой привет от Дмитрия Мирного. Руслан Викторович, вы отправили мне членский билет, у меня, так, да, Дмитрий, да, все, я вас помню, ваш членский билет подготовлен, вам билет еще не отправлен, потому что за тот период, когда вы продлевались, люди приходят, и чтобы у вас, ну, что называется, сроки не были нарушены, поэтому все, не беспокойтесь. Завтра вам уже будет отправлен, и как раз к вашему, ну, к этому времени уже практически у вас будет новый членский билет. Так. Планета GSM. Здравствуйте. У нас в Алматинской области по визор. Я у них спрашиваю сертификат. Они показывают белые. Я говорю, это же сертификат, они ничего не могут сказать. Не совсем понял вопрос. Я так понимаю, что вопрос задан о наличии сертификата. Сертификат должен быть. Ну, как правило, если это не левые чуваки вышли подработать, то, как правило, сертификаты у всех имеются. Ануар Ергалиев, здравствуйте. А вам не кажется, что Нурпиисова просто поставили? Ну, у Руслана фамилия не Нурпиисов, а Жанпиисов. Ну, а второе, ну, я обладаю определенной информацией, поэтому давайте я комментировать не буду, подставили его или не подставили. Просто Руслан просил, чтобы, ну, его имя не сильно муссировалось.
Октау и несколько вопросительных знаков. 362 Лало. Не помню, не знаю, какой вопрос задавали. Александр Чакириди. Здравствуйте, уважаемый Руслан. Как вступить в ваше сообщество? Я из Тараза. Спасибо заранее. Александр, для Александра Чакириди я вам сейчас сброшу ссылочку. По ней пройдите. И там все-все подробно написано, что для этого необходимо сделать. Процедура довольно простенькая, затруднений у вас не вызовет. Но, тем не менее, если вдруг что-то будет непонятно, все, звоните. Так, все, я вам отправил ссылочку. Все, можете пройти посмотреть. Как связаться с вашими в Октау? Ну, дело в том, что мы контакты не даем наших участников, если они сами этого не пожелают. Ну, это в том числе связано с элементарными мерами предосторожностями. Ну, кто-то не хочет светиться. Просто это такие же водители, как всякий другой, которые в случае необходимости нужна будет наша консультация. Так. Виктор Спиридонов. Опубликованный закон без подписи и печати. Значит, нет никакого закона. Ну, не понял я вопрос. Это, видимо, вопрос о вступлении в законную силу, я так понимаю. Ну, я, в принципе, ответил на этот вопрос. Маза-маза. Вы хотели выйти из состава Казахстана? Нет. Вы, наверное, имеете в виду мой пост в Facebook, где такой, ну, крик такой некий в никуда. Ну, я вам откровенно скажу, что да, я на сегодняшний день очень некомфортно себя ощущаю в Казахстане. Очень некомфортно. Постоянно оказывается на меня давление и со стороны местных исполнительных органов. Это и акиматы, это и полиция, это и другие структуры. Вы, собственно... Ну, подписчики видят ту деятельность, ну, такую внешнюю сторону той деятельности, которой я занимаюсь, но никто практически не знает, насколько сложна и тяжела вот эта внутренняя работа общественного объединения ОСА. Именно поэтому крайне некомфортно я себя сейчас ощущаю в Казахстане и... Ну, именно с этим связан мой пост был в Facebook. И поэтому, действительно, да, я задумываюсь о том, что покинуть Казахстан. Но при этом я прекрасно понимаю о том, что хорошо там, где нас нет. И еще раз говорю, что это вопрос вот больше эмоциональный, нежели практический. Дмитрий Мирный, все понятно, спасибо. На здоровье, на здоровье. Так. Маза-Мазав, именно я... продолжение этой темы. Маза-Мазав пишет, что сменил гражданство и ни о чем не жалеет, чего им не советуют. Ну, я... Мое мнение такое, что... Ничего здесь зазорного и плохого нет. О том, что кто-то, человек что-то хочет поменять в своей жизни, в том числе и место жительства. Потому что место жительства можно менять сотни раз, но родина, она останется родиной. Поэтому, это знаете, только хейтеры, да, тролли могут на эту тему стебаться, как-то оскорблять. А разумному человеку такие прописные истины и... Объяснять, собственно, не нужно. Виктор Спиридонов. Пусть полиция предъявляет акт. Ну, это так, ясно. Хрен вам в нос. Хороший такой аккаунт, да. А чего там натворили-то? Почему прессуют? Ну, я уже по этому поводу много раз и говорил.
прессует постоянно. То есть та деятельность, которой я занимаюсь, она подразумевает о том, что находятся недовольные чиновники, недовольные полицейские, которые постоянно подают в суд на меня жалобы, пишут кляузы и так далее, и так далее. Я вам так хочу сказать, с мая по с 27 мая 2015 года по июнь, начало июля 2016 года в отношении меня было подано 342 заявления. Поэтому, ребят, я специально посчитал, ну вот вы представьте, под каким прессингом я все время нахожусь. Совершенно хрен вам в нос, совершенно верно. Вы правильно сказали. Да, систему трясем, и они не просто не любят, ненавидят. Полиция тихо ненавидит. Местные исполнительные органы уже в открытую начинают суды на меня подавать и так далее. Приезжайте в Новосиб. Спасибо, спасибо. Родина одна. Все верно. Алекс Павлов, каким образом госорганы давят? Ответьте, пожалуйста, только конкретно, если вы к ним обращение даже не пишете, а только оказываете платные юридические услуги своим участникам. Ну, давайте начнем с того, значит, ну, я уже ответил, каким образом давят. Я периодически публикую очень болезненные материалы, которые очень не нравятся местным исполнительным органам. Это касается качества дорог. Да и вообще, все, что я вижу, я, в общем-то, публикую. Это не обязательно должно быть связано с автомобилистами, с дорогами. Вот относительно недавно, там весной, я по поводу парка снял ролик о безобразном. Из парка превратили свалку и так далее. Вот. Так, что касается платной юридической услуги своим участникам, абсолютно некорректное утверждение. У нас нету платных юридических услуг. У нас есть членские взносы, которые по своим размерам весьма и весьма демократичны, и они платятся один раз в год. И наш участник может многократно, сколько бы у него ни происходило проблем, он более никогда не платит. То есть есть членские взносы. Все. И что бы с ним ни происходило в течение года, именно на такой срок распространяется членство, наш участник больше ни копейки не платит. А размеры членских взносов вы можете посмотреть на сайте. Они очень демократичные. Те, кто курит, гораздо больше выкурит в месяц, нежели у нас членские взносы, годовые членские взносы. Виктор Спиридонов. Власть укравшим нужны послушные овцы, чтобы стричь беспощадно. Ну, это власть везде так. Что же вы думаете? В Казахстане, что ли, так? Это во всем мире так. Рашид Ден. То, что они оккупанты, нет сомнений. Даже в нашем удостоверении личности нет понятия гражданин РК. Не совсем понял, о каких оккупантах идет речь. Так, а свалить за бугор сложно или нет желания? Жизнь одна, как-никак. Я именно сейчас серьезно призадумался о том, чтобы поменять место жительства. Думаю, с Танибергеном вы бы спелись. Ануар Ергалиев. А кто такой Таниберген? Так, ну тут идет. Кстати, ребята, сообщите, пожалуйста, а вы сами чат видите? Или только я его вижу? Напишите, пожалуйста.
Пока я там подожду ответ, я, ну, буду комментировать, что ребята пишут. Так, Маза Мазав пишет: хрен вам в нос. Свалить несложно, сложно идти в монастырь со своим уставом. Ну, отчасти да, отчасти прав. Виктор Спиридонов, ходить. Ой. Вот посыпались вопросы. Так, ходить в суд в РК все равно, что к фашистской комендатуре пришли партизаны из леса за справедливостью. Ну, отчасти вы правы, Виктор, отчасти вы правы. Особенно по таким нашумевшим делам, да. Александр Чакириди. Вот в течение 1 года какая юридическая помощь будет от вас по телефону или как? Мы оказываем юридические консультации, а по телефону только участникам объединения. У кого есть возможность лично приходить в офис, ну, пожалуйста, приходите, но никакой от этого смысловой нагрузки ну, не меняет. Мы уже, в общем-то, от этого, от всего даже уходим. И потихонечку переходим не просто от телефона даже, а переходим на WhatsApp, Viber, ну то есть дистанционно. Именно в этом прелесть уже и состоит, и люди, и в том числе наши участники уже оценили ну вот эти вот все прелести. Ербол, ербол. Да уж, дай бог вам много сил и, пожалуйста, не бросайте свою деятельность. Ербол, спасибо за поддержку, спасибо большое. Я себе отдаю отчет, я все-таки очень ответственный человек. И пока будет хоть один участник, я, естественно, это дело не брошу, где бы я ни находился, причем. Я бы уже с удовольствием передал бы все дела, ну, помощнику какому-то, но, к сожалению, таких людей нет сумасшедших, кто бы хотел заниматься этой деятельностью, зная всю вот эту подноготную. Ко мне много приходило ребят и девушек, которые пытались заниматься этой. Я их учил, я их потихонечку втягивал в этот процесс, показывал. Но, к сожалению, все ломаются. К сожалению, ну не каждый это выдержит, понимаете? Помимо всего прочего, нужно же, помимо знаний, нужно еще, ну, что называется, стержень. Люди искренне хотели приобщиться к общественной деятельности и быть активными участниками, но не получалось у них. А, ну все замечательно тогда. Все, вы видите чат, отлично. Так, дальше. Так, все видите, все видим. Ну, понимаете, свалить, вот хрен вам в нос пишет, свалить сложно, братуха, очень сложно. Ну, в зависимости от того, куда вы хотите сквозануть, в какую конкретно страну. Так. Ну, я не буду тогда диалоги между нашими подписчиками. Так, доброе время суток. Что требуется для вступления в ваше общество? Самат Кутпанбаев. Самат, я выше. Пролистайте, пожалуйста, чуть выше поднимитесь по чату. И там увидите, я ссылочку сбрасывал. А, вот она у меня, кстати, открыта. Сейчас я вам продублирую ее. Сейчас я вам ее продублирую. Так. Все, Самат, я вам продублировал ссылочку. Так, продал имущество и съехал. Так. Рашид Ден, я по закону должен был написать заявление о перемене гражданства, то есть смена гражданства из СССР в РК, но я такого заявления не писал.
Но много было чего в истории распада Советского Союза. Кто-то считает это легитимным, кто-то нелегитимным. Вот эта независимость стран, входящих сейчас в СНГ. Ну, это надо быть профессиональным политиком. Мне кажется, ничего не будет ему. Инал Анисимов. Кому именно? Чат видим. Так. Скоро за воздух будем платить. Без толочи всяких кресла купленные сажают, там воротят, что хотят. Ну, что сделать? Так. Ну, в общем, у нас так очень активно, ребята. Статистика очень хорошая такая. А, ну сейчас вот немножко снизилось. 5 сообщений в минуту поступает. Хрен вам мозг. Да, совершенно верно. Мне не так уже легко куда-то уехать на ПМЖ, тем более жить. Поэтому есть о чем задуматься. Привет из Питера. Привет, Питер. Привет. Да, ну смотрю весь и Казахстан, и с Россией у нас ребята. Очень приятно вас всех видеть. Кстати, ребят, если не сложно, я всегда об этом говорю и прошу, если не сложно, лайки ставьте, пожалуйста. Подписывайтесь на каналы, в том числе на мой канал. Я вам сброшу ссылочку на мой канал, если кто не подписался. При этом не забывайте значок колокольчик нажать, чтобы своевременно получать появляющиеся новые ролики, стримы. Так. Сейчас я, ребят, скину вам ссылочку на мой канал. Вот. Так. Ага, вот он. Так. Вот, ребят, все, скидываю ссылочку на мой канал. Все, подписывайтесь, делайте репосты. Ну, ставьте лайки, пожалуйста. Ну, если не сложно. Так. Сергей Большой, куда хотели бы переехать, если не секрет? Ну, пока секрет, не хочу. Есть несколько вариантов. Сейчас изучаю вопрос. Если будет что-то определенное, я обязательно сообщу. Обязательно сообщу. Так. Доброго времени суток. Это у нас Елдар Симбиев. Прошу прощения, если исковеркал фамилию. Доброго времени суток. Как дела у Руслана Жанписова? Как-никак. Это он за счет своей храбрости привлек многотысячную аудиторию в АСУ. Елдар, ну я хочу сказать, это заблуждение. Никаких многотысячных аудитории в АСА нет. Мы больше, чем 350 человек, просто по определению не принимаем. То есть это максимальное, что у нас было. Поэтому это глубочайшее заблуждение. Вот. И никакого. Ну, если вы видели, Руслан ну, довольно редко говорил о том, что он является участником общественного объединения САД. Ну, я имею в виду в роликах, в своих роликах. Поэтому это заблуждение. Так, Алсер, с кенгурятником можно ездить. Если заводом-изготовителем предусмотрен был этот кенгурятник, то можно. Если же это самопальный, сами сделали, то необходимо делать отметку в СРТС. Я смотрю, дизлайков много. Полицейские смотрят. Тебя много.
Много смотрят, да. Все контролирующие органы и надзирающие органы все на наших в группах, в Facebook, ВКонтакте постоянно там сидят. Так, Алекс Павлов. Остановили сотрудники, предъявляют превышение, но при этом есть регистратор GPS. GPS с определением скорости. Превышение по спидометру регистратор нет. Но визор твоим показывает фото машины, разница в 17 километров. Так, и вопрос. Альмир Жумагулов. А где вообще Руслан Жанписов? Чет роликов давно не видать. Альмир Жумагулов, я рекомендую вам чуть-чуть выше по чату подняться. Я там ссылочку на свой канал скидывал. Вот зайдите, подпишитесь на канал. И там все давно уже про Руслана много-много я роликов записывал. Где он, что с ним и так далее. Так. Вопрос. Да, это значит относительно. Вот что-то. Так. Относительно, значит, разница. Ну, во-первых, GPS, с GPS, навигатором, с определителем скорости и так далее. Все вот эти новомодные видеорегистраторы, они, в общем-то, никакого отношения не имеют. Они, скорее всего, у вас даже не сертифицированные. Поэтому те, кто не успел, сможет Ух потом ты. его посмотреть в зале. Поэтому обращать внимание на это не стоит. Ну а что касается показаний визера, то их необходимо обжаловать, если вы не согласны. Потому что очень часто бывают разводы именно на визир. Подкручивают там без проблем. Вася Павлюк. По сути, таких как вы, участников ОСА и участников ОСА, должны почитать вышестоящие люди, и в ноги вам падать, и не наоборот. Да нет, на самом деле и падать-то никуда не надо, ни в ноги, ни на колени падать, там, так далее. Ну, я не знаю, кого вы имеете вышестоящих людей. Когда меня критикуют, либо общественное объединение критикуют, я, в общем-то, к такой критике абсолютно никак не отношусь, я ее никак не воспринимаю. Для меня важна критика именно участников нашего объединения, либо бывших участников объединения. Все, только они знают, насколько мы помогли и как мы им помогли. Всю остальную я критику, ну просто ее не воспринимаю, потому что люди по определению не знают, как мы работаем, чем мы помогаем, как помогаем нашим участникам. Но если бы мы, и я в том числе, дерьмово работал, то к нам бы не приходили участники. Но я могу с гордостью сказать о том, что все участники, которые к нам хоть раз приходили, они, как правило, продлеваются. Продлевают свое членство из года в год. У нас уже, ну, что называется, армия из ветеранов состоит. Поэтому мы многим ну, людям, желающим, которые хотят вступить, отказываем просто-напросто. Нет такой возможности физически всем желающим помочь. Поэтому некоторые водители, когда звонят мне, даже не наши участники, звонят мне, и я им объясняю, что я консультации даю только участникам объединения, именно по телефону. У меня нет такой возможности физически всем желающим помочь. Они обижаются. Именно для этого стримы и проводятся, чтобы там люди могли задать свои вопросы, где я могу ответить на какие-то больные вопросы, которых людей интересуют. Поэтому я при этом всегда, ну, когда там упрекают, особенно, знаете, когда говорят, как там Лазута шикует на членские взносы участников объединения, люди абсолютно не понимают, то есть смысл, что
те средства, которые оплачивают наши участники, они настолько ничтожны, что говорить даже не приходится. Это первое. Ну и второе, я бы хотел посмотреть на этих говорунов, этих болтунов, как бы они вообще в принципе работали просто бесплатно. Вот свою зарплату бы взяли бы и раздавали бы. Либо ходили бы к себе на работу и бесплатно работали, либо за половину там какую-нибудь суммы. Поэтому на этих болтунов даже стараюсь не обращать внимания. Ну, за поддержку, да, все равно спасибо большое. Так. Так, что-то у нас, по-моему, да, немножко подвисло. Вот, вроде пошло, да? Немножко было по подвисанию, да, ребят? Так, дальше поехали. О, так, сейчас, ребят. У меня немножечко подвисает, поэтому... Так, ага, вот, все, поехали. Так, Серик Инизбаев, насколько законно ДПП в ночное время суток без проблесковых маячков работать при движении? Если это незаконно, можно ли оспорить что-либо? Езжу много и встречаюсь с этим почти каждый день. Ну, конечно же, обязаны они себя обозначать. Тем более в темное время суток. По вопросу обжалования, готовы ли вы в суд пойти и конкретные нарушения обжаловать их? Вот отсюда надо начинать. Потому что, как правило, люди обещают и хотят, декларируют о том, что да, я хочу там наказать его и так далее. Как только до дела доходит, как правило, сдуваются. Сдуваются люди, поэтому сложно сказать. Но это есть такое право, и можно это обжаловать. Вопрос в том, что как доказать, что не превышал. Ну, это Алекс Павлов в продолжении своего вопроса. Но это очень сложный вопрос, и однозначно вам нельзя ответить. Но на сайте вы можете посмотреть, там результаты есть. Мы успешно довольно обжаловали подобные показания визера 2М. Так, я написал хрен вам в нос. Ну, я стараюсь такие слова просто не употреблять, поэтому я заменяю на синонимы. Рашид Дэн. Куда можно жаловаться, если сотрудники исполнительной власти явно безграмотные? Ну, в зависимости от того, какую конкретно исполнительную власть вы имеете в виду. Полиция, акиматы, налоговые, прокуратура и так далее. Надо более конкретно сформулировать. Алекс Павлович, по скорости 100% не было превышения. Так, ну, я уже, в общем-то, сказал, надо изучать материалы дела, и тогда будет понятен алгоритм действий. Так, сколько километров в час погрешность на скоростимеры при движении ДПП и в какую сторону считается погрешность? Серик Кинезбаев, в стационарном режиме скорость, погрешность составляет 1 км в час, а в движении, в патрульном режиме 2 км в час. Плюс-минус, естественно. По поводу личной жизни вопросы нет, я не отвечаю. Стараюсь и довольно успешно все стараюсь оберегать семью, чтобы никто ничего не
гадостей про них не говорил. Так. Алекс Павлов. Как вы относитесь к соседней группе Жана Батанова? Он вроде как наказал 30 чиновников. Есть подтверждение сайта электронного правительства. Ну, начнем с того, что этот человек находится в розыске, в том числе и по моему заявлению. С 2013 года этот человек находится в бегах. Группа его, она сделала имя на имени, то есть они незаконно, он незаконно присвоил имя ООО «ОСА» и за счет этого собрал подписчиков. Если кто отслеживал, ну, следил за его группой, он раз пять уже менял название этой группы. То есть человек метается, ему хочется заработать, он живет там не очень богато. Именно поэтому придумает хоть как-то, чтобы завлечь подписчиков, потому что подписчики это потенциальные рекламодатели, ну и так далее, и так далее. То есть я не буду, в общем-то, углубляться подробно в эту проблему. Поэтому он сидит, он же ничем не занимается абсолютно, ему нечем заниматься. Вот он и сидит и кляузы строчит. Ну, человек вменяемый. Ну, представьте, он разве будет писать по 20-30 заявлений в день? Ну, даже чисто физически это крайне сложно. Крайне сложно. А он вот этим занимается. Поэтому, ну, это профанация. Ну, если кто-то знает, как устроена система, в том числе в МВД, то все его жалобы это как слону дробинка. У каждого полицейского этих дисциплинарных взысканий как грязи. Поэтому это эффект, знаете, для людей, которые не смотрят, о, наказал там, о. Ну, вот. При этом он ворует чужие материалы, размещает там их в группе. Ну, я говорю, то есть человек никакого отношения действительно к деятельности правозащитной никакого отношения не имеет. Ну, как человек, если сам в розыске, если сам мошенник, там, жулик, то как он может кого-то чего-то учить? Ну, и потом, вы не забывайте, человек, который оторван от страны довольно продолжительное время, а уже 4 года прошло, уже, по-моему, даже 5-й год пошел. Он не знает, что тут изменилось, он это не щупает, не трогает. Ну, какое он может иметь к этому хоть какое-то отношение. Поэтому все это чушь. Вот. Так, дальше. Что называется? Сразу, неон узк. Что за народ? Сразу в чужой карман лезут. Попробуйте что-нибудь организовать в этой жизни сначала. Руслану и вашей команде удачи, всем безопасного движения. Все, спасибо большое за поддержку. Ну, приятно читать адекватные и разумные комментарии, потому что, ну, видно, что человек разбирается и человек мыслит. Сергей Большой, а вы не пробовали обращаться напрямую к президенту в приемную Нур-Отана? Есть много правозащитных организаций наших иностранных. Сергей, я вам больше скажу. В Казахстане их огромное количество, но подавляющее большинство из них не рабочие. Почему к нам такое пристальное внимание? Потому что мы одна из немногих, подчеркиваю, немногих правозащитных организаций, которые реально работают. И, ну, насколько вы серьезно отслеживали деятельность, в том числе мою, то вы тогда, если вы отслеживали, то вы прекрасно должны знать, что я принимал участие в рабочей группе Мажилиса парламента. Меня депутаты пригласили как эксперта. И мы больше полугода вносили изменения и дополнения в нынешний закон о дорожном движении. И многие предложения мои, они были приняты и сейчас
это все присутствует в законе о дорожном движении. Ну, в частности, о том, что видеосъемку можно, теперь это законодательно закреплено, что теперь любой гражданин может фиксировать действия полицейского на видеокамеру. Это вопрос разрешили, вернее, сняли запрет на аэрографию. Ну и, в общем-то, там много других. Ну, опять же, на сайте есть вся информация. Пожалуйста, можете зайти. Посмотреть. Так, Рашиден. Налоговая. В налоговую, этого по поводу исполнительной власти. Да, в любую вышестоящую организацию вы можете жаловаться той налоговой, где нарушены были ваши права. И прокуратура. Прокуратура является в Казахстане надзорным органом, именно в ее ведомстве находится именно это право единообразного исполнения закона. Поэтому и туда жалуйтесь, обращайтесь с жалобами. Так, дальше. Александр Чакариди. Воду мутят наши уважаемые сотрудники за счет членских взносов, как вы шикуете, хотят вас убрать, ведь с помощью ОСА в Казахстане стало более спокойно, справедливо на дорогах. Спасибо, Александр, опять же, за поддержку. Спасибо, что вы оцениваете деятельность ОСА. Вот. Но я не обращаю внимания. Я вот чуть ранее говорил о том, что для меня важно мнение наших участников, в том числе и бывших. Только они могут сказать, насколько я качественно и хорошо оказываю помощь участникам. Если бы все было плохо, если бы я не оказывал, и наше объединение, в том числе Денис Анатольевич Шевченко, директор Шымкентского филиала, а фактически только мы вдвоем оказываем такую юридические консультации, то, наверное, люди бы к нам не обращались. А сарафанное радио все-таки работает. Так, Кирилл Сивашов. Есть продвижение дела с БТР в Темиртау. Значит, что касается дела БТР, к сожалению, папа пострадавшего и сын не захотели больше заниматься этим делом. Коротко скажу, что по этому делу 4 раза было вынесено постановление о прекращении уголовного дела, и 4 раза мы отменяли через главную военную прокуратуру эти постановления. Это был своего рода пинг-понг, то есть, к сожалению, военные наглецы, мерзавцы, конечно, подонки, но устали сами пострадавшие и папа вот пострадавшего, они отказались, просто все устали от этих всех дел. Так, сейчас, ребят, извините, пожалуйста. Алло. Да, да. Не вижу, да, сейчас. Давай, я перезвоню ему, сейчас я закончу, когда прямой эфир, я потом тебе это... Ага, я тебе перезвоню, давай. Так, дальше. Кстати, что по поводу ДТП на выезде с Топара? Завтра суд, и я завтра еду на судебный процесс. Так что, может быть, ролик запишу. Так, у вас юрообразование? Да, у меня высшее юридическое образование. Асылу ЗАГС, здравствуйте. Руслан, хотел спросить у вас. Спросите, Асыл, спросите. Рашиден, могу я ездить с флагом имитация СССР, повесив внутри салона своего авто? Да без проблем, вешайте. Такого государства СССР нет. Это все равно, что вы можете любой флажок там какой-то повесить. Красный, белый, синий. Разницы нет. Что скажете, что вы своровали материалы с группы Жана Батанова, ответы с прокуратуры и так далее, и присвоили их себе?
Значит, ну, это тот-таки Кирилл Сивашов, да. Ну, в общем, Кирилл Сивашов, начнем с того, что до вас я просто еще не добрался, но ваша еще очередь дойдет. О том, как вы присваиваете аббревиатуру ООО «ОСА», ну или присваивали. Конечно, вы обделались в свое время от страха, когда жалобы на вас начали поступать, но до вас я еще доберусь обязательно, обязательно. Насколько я помню, вы тоже подписывались участником ООО «ОСА». И, ну так, для других зрителей я сообщу о том, что ООО «ОСАК», именно короткое название, оно принадлежит в Казахстане только нашему объединению, и ни один мерзавец и негодяй, ни одна организация больше не имеет ее права присваивать. Поэтому все вот эти вот обвинения, ну, конечно, они смехотворны. И более того, что там какие-то ответы, какие-то фотографии, ну, я, в общем-то, даже комментировать эту чушь не хочу. Напишите администратору, там удалят какие-то, если ответы, то что-то там удалят. Ну, там ничего, насколько я знаю, нет. А то, что подписано ООО «ОСА», это принадлежит ООО «ОСА». Надеюсь, я ответы удовлетворил. Так, дальше. Добрый... Так, ой, пролетели. Так, Дмитрий Ерохин, добрый вечер. Руслан Викторович, спасибо за вашу деятельность. Спасибо за поддержку, Дмитрий. Спасибо большое. Так, без ремня какой штраф или на мобиле, если болтаешь, кто знает. Ну, 3,5 МРП. Алекс Павлов, спасибо за ответ. Пожалуйста, рад, если помог. Асылу за Кызылординской области на трассе М-32 между Кызылорда и Байконур патрулируют ГАИ в ночное время суток без проблесковых маячков. Ну, плохо. Я в таких случаях рекомендую, подъезжайте, останавливайтесь, подходите к ним вежливо, культурно, здоровайтесь, спрашивайте, почему они нарушают, все фиксируйте на видео, ну только так. То есть только сами вы сможете наводить порядок в своем городе, в своей стране, никто другой этого не сделает. Так, Алекс Павлов, согласно сайта, розыск преступника должников без оправдания не зато Облязов есть. Есть категории, есть, что касается Батанова, есть категории дел, которых там просто не размещены. Но если вы опять же на сайт зайдете, вы увидите о том, что в порядке частного обвинения было заявление написано. Именно судом он объявлен в розыск. Документ выложен. Так, осылу зак и моргают так. Ну, понятно, это все по поводу машины полицейской без проблесковых маячков. Рашид Дэн, по-моему, исполнительная власть в РК это завуалированный рэкет. Ну, отчасти где-то согласен. Но любое государство, оно по сути рэкет, потому что налоги это и есть те деньги, которые взимаются с граждан, которые работают, которые здесь живут, ну, в той или иной стране. Так. Просто красавчик. Запретили гаишникам тонировку, но они в октаву продолжают ездить с тонировкой. Как их наказать? Фиксируйте желательно на видео, обязательно комментируйте и указывайте дату, время, когда вы это все зафиксировали. Желательно прям подходите к этим сотрудникам и фиксируйте все на видео и задавайте вот эти вопросы. Только главное, чтобы все аккуратно, вежливо, без хамства,
И ролики потом у нас можете в группе выкладывать. Поверьте, нас всех все мониторят все контролирующие и надзирающие органы. Так. Александр Грушко, здравствуйте. Как вступить в АСУ и какие требования? Ну, давайте начнем с того, что хотя бы аббревиатуру полностью назовите. Вы аббревиатуру из трех букв умудрились две ошибки совершить. Кирилл Севашов, аббревиатуру невозможно своровать. Еще как вам возможно, и вы в этом убедитесь. Вы в этом убедитесь. Поверьте, присваивайте то, что вам не принадлежит. Это вам Ботанов чушно наговорил. Вот. 50 МРП штраф, так что имейте в виду. Спасибо за ответ. Да, пожалуйста, Кирилл. Так. Дальше. 3 МРП месячная за зарплаты. Так, налог. Руслан, братан, ты красавчик, хорошие дела делаешь, брат, так держать. Это у нас Асыл Узак. Спасибо большое, Асыл, за поддержку. Ну, всегда приятно читать, да, когда люди адекватные оценивают деятельность, даже со стороны. Поэтому спасибо большое. Да, еще, ребята, ну, кто подошел, кто... подтянулся сейчас. Просьба большая. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. При этом не забывайте нажимать на значок колокольчик. Ну и, соответственно, делать репосты, делиться с друзьями видео. Именно таким образом, в общем-то, люди и будут узнавать, в том числе от вас, о деятельности нашего объединения и так далее. Так, и, ребят, давайте, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Так, сколько мы уже в эфире? Так, 1:13. Так, ну что, еще немножечко повисим, да? Так, я опять набирает обороты, вопросы. А решение суда какое было по Ботанову? Обвинительное, оправдательное, где можно посмотреть решение? Суды сейчас в электронном форме решения публикуют. Дело в том, что ну, вы, наверное, не расслышали, что я говорил. Он судом объявлен в розыск, он не появлялся в суде. Вы зайдите на мой канал в YouTube, и там ролики опубликованы. Я прям каждое судебное заседание, на которое я приходил, делал ролики, когда выходил из суда, я делал ролики. Но он по определению не мог прийти, ему и повестки высылали, все. Он сбежал с Казахстана, поэтому суд объявил его в розыск. И как только он объявится в Казахстане, ну я сомневаюсь, что он объявится в Казахстане, то он сразу же будет задержан и доставлен в суд. Ну и более того, он уже был привлечен к ответственности. Он клеветнического характера, грязные статейки пишет. Ну, знаете, это есть такое понятие хейтер. И вот он именно вот этим занимается. То есть клевета, оскорбление. Именно по этой статье, именно по этим статьям мной было написано в порядке частного обвинения, заявление. И его тут ему серьезная, очень серьезная ответственность за это. Ой, аж слово уже вылетело. Ответ ему придется держать. И один из судей, он, правда, писал заявление о защите чести и достоинства, отжал у Ботанова 300 тысяч. Я, в общем-то, пока я не хочу получать такое заочное решение. То есть, такой иск тоже будет. Обязательно будет. И он бесспорный иск. Ну и плюс у него тут проблем хватает и от других людей.
Он своего родного дедушку кинул, а вы уж говорите про нас там каких-то. Причем дедушку, который дал ему и фамилию. Ведь фамилия-то у него совсем другая была. Так, ну ладно, бог с ним. Зачем мы будем об этом несчастном человеке говорить? Бог с ним. Я уже про него и забыл-то. Так. Так, куда? Так, убежали, убежали. Вопросы все опять увеличиваются. Так. Менты уже 8 дизлайков влепили. Ну, что сделаешь? Так. Дальше. Меня местные полицейские с мобилой за рулем поймали и штрафанули на 430 баксов. Но они не могли на это, на такую сумму. Это что-то из области фантастики. Так. Еще один вопрос, просто красавчик. Могут ли инспектора ГАИ снимать номера за нарушение, которое не предполагает лишение прав? Да, есть несколько статей, которые подразумевают изъятие государственных регистрационных номерных знаков. Ну, к примеру, возьмем, ну, допустим, техосмотр у вас там отсутствует. К примеру, там, водительское удостоверение у вас отсутствует. Там, к примеру, ну, что еще? СРТС у вас там отсутствует. Вот за такое могут изъять. Так. Алекс Павлов, ну есть же заочное решение судов. Тот же Аблязов на 20 лет заочно судили. Ну это нонсенс. Такой нормы в Казахстане нет. Заочно нельзя осуждать. У нас за всю историю Казахстана Аблязова и как его зятя Назарбаева, как его, который умер в Австрии в тюрьме. Вот два таких всего человека. Поэтому любой адвокат, любой юрист вам скажет, что это абсолютный нонсенс. Там так, Асылу Зак, пресс ГАИ Кызылорда. Ага, все. Удачи вам, Руслан Викторович, Андрей Зимин. Да, спасибо большое, Андрей, спасибо большое. Спасибо за поддержку. Так. Дальше. Так, пошел спать. Хрен вам нос. Всего доброго вам. Спасибо за то, что поприсутствовали. Спасибо за вопросы. Увидимся на моем уже канале. Вася Павлюк тоже все покидает нас. Все, спасибо большое тоже за поддержку. Спасибо за то, что присутствовали. Было интересно. Александр Чакириди, уважаемый Руслан, а к кому обращаться по поводу коррупционных действий со стороны сотрудников? Полицейские сами предлагают. Вот на днях за превышение остановили, я говорю, протокол пишите, они мне давай на месте. Фиксируйте, если у вас будет видеорегистратор, поверьте, ничего подобного не будет. Но тем не менее, если произошли какие-то коррупционные действия, обязательно пишите заявление в прокуратуру, в управление собственной безопасности. Так, дальше. Алиев, да, совершенно верно, Александр, совершенно верно. Так можно так стоять полицейским, как раньше, и останавливать транспортные средства? В Караганде постоянно стоят на Митихаусе и Чкалово. Это у нас 1985 DJ Fly. Значит, мое мнение, я его уже озвучивал неоднократно, категорически нельзя им этого делать. Но полицейские умышленно находят, пытаются найти якобы лазейки для того, чтобы вновь и вновь стоять на тех же местах, на которых они останавливались. Вот они сейчас нашли якобы это точки отстоя.
Ну, точки отстоя, я уже говорил о том, что точки отстоя это не более чем место, где полицейский может отдохнуть немножко, потому что действительно невозможно ездить постоянно за машиной, в машине там 8 часов и так далее. Поэтому для небольшого отдыха, для перекуса какого-то, для оправления естественных надобностей каких-то и все, и не более того. Но мы все видим, они как стояли там часами, так и стоят. Поэтому я считаю, что это незаконно. И если вы уже смотрите ролики последние, они уже, когда к ним подходит кто-то с видеокамерой, задает вопрос, они говорят, ну мы типа здесь просто на минутку остановились. То есть они все прекрасно знают, что они нарушают. Ну, как правило, это все идет со стороны руководителей. Если руководители бы им запрещали, поверьте, они бы не стояли. Виктор Галкин, желаю вам здоровья, привет из Экибастуза. Да, приветствую Экибастуз, добрый вечер, Виктор. Мы с вами заочно, да, уже много лет знакомы, да, и ролики ваши я видел, да. Кстати, ваши ролики, да, вы их так тоже любезно предоставляли вот ребятам, по-моему, на канале, вот в этом канале, именно на Ларусе, по-моему, есть ваши ролики, да, и спасибо вам за это. Инал Анисимов. А если тебя лишили, можно вернуть их? Ну, не совсем понятен вопрос. Владимир К. Руслан Викторович, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир, добрый вечер. Так, DJ Fly, огромное спасибо, удачи вам. Как-то обращался к вам, помогли. Ну, спасибо большое. Сейчас я, к сожалению, редко по телефону помогаю, просто физически невозможно. Поэтому прошу всех, кто вот сейчас слышит меня, не обижайтесь. Поверьте, я, ну, просто невозможно мне всем помочь. Так, сейчас, ребят, я сделаю один звоночек. Так, где у нас? Это же завтра суд у нас, так. Так, дальше идем, пока звонок идет. Сулик 56, Руслан, успеха вам. Спасибо большое, спасибо, Сулик, за поддержку. Спасибо. Так, ну и DJ Fly не закончил. Да, если помог мой совет, ну, я очень рад, что помог. Дай Бог вам здоровья. Так, Русланчик, у меня есть видео с регистратора, где они предлагали взятку, я отказался. Взятку никогда не предлагайте, Александр, никогда. Это, во-первых, унизительно, ну и чувство собственного достоинства должно быть. Никогда не предлагайте. Так. Сейчас, минуточку. Сейчас, ребят, подойду. Так, ну что, будем уже потихонечку заканчивать тогда, наверное, ребят, да? Все, я смотрю, так, уже все подустали. Вопросы уже тоже заканчиваются. Вот. Взятка – это преступление, совершенно верно, Рашид. А, если сотрудники предлагали, ну все замечательно, ну скидывайте ролик, скидывайте, посмотрим. Дмитрий Мирный, Руслан Викторович, приятного вам вечера. Да, спасибо большое, спасибо большое, спасибо. Сергей Большой, если учесть, что на Украине были возбуждены уголовные дела против всего руководства дорожного контроля Украины, и они теперь в США, вы в курсе их деятельности? Да, я в курсе в их деятельности, более того, я встречался с некоторыми из них. И могу сказать, что никакого отношения к деятельности правозащитной
их деятельность не относилась. Ребята занимались просто, сделали себе имя сначала на роликах, просто фиксировали, выкладывали, а потом начали заниматься вымогательством. Там ребята по-серьезному напрягали, они напрягали конкретно целые посты облагали налогами. С одного поста до 6 тысяч евро они напрягали. Поэтому и Косенко, я крайне отрицательно к нему отношусь, он никакой, естественно, не журналист, потому что, ну, человек просто элементарно, даже у него среднетехническое образование, то есть он техникум закончил, никакого отношения к журналистике он не имеет. Ну, я просто, много вы статей читали журналиста Косенко? То есть для него удостоверение журналиста это было не более чем прикрытие. В Украине по сравнению с Казахстаном более лояльные законы. У них даже нет такой статьи в Украине, как оскорбление представителя власти. Поэтому они там свободно обзывают, оскорбляют полицейских, как им угодно. Вот. Ну а Шапошников, он, в общем-то, точно такой же, поэтому все они сбежали в США, и все про них уже давно, все забыли благополучно. Никому они никогда не помогали практически, абсолютно. Если вы помните, Косенко, он везде писал, что за помощью не обращайтесь, потому что у него юридических знаний ноль. Они действовали по шаблону, то есть тупо выучили я утрирую, конечно, парочку статей административного кодекса, парочку пунктов ПДД и шли, фиксировали взятку. Благо, на Украине есть где спрятаться. Это у нас в Казахстане в степи некуда спрятаться, чтобы фиксировать, да, момент передачи взятки. А они там в траве, на деревьях засядут и фиксируют. Аппаратура у них хорошая. Ну вот и все. То есть правозащитной деятельности они никакого отношения не имели. По мне, это самые настоящие жулики. А у нас мы, в общем-то, именно помогаем водителям, даем консультации по конкретным делам. Так. Руслан Викторович, приятного вам вечера, пока. Дмитрий Мирный, да, спасибо большое, вам удачи. Спасибо, что были, спасибо, что задавали хорошие вопросы. А после ролика что дальше будет? После какого ролика? Так. Ролики, да, согласно закону о СМИ, средствах массовой информации в Казахстане, любые видео и фотоматериалы, они отсматриваются, и если там будет присутствовать состав административного правонарушения, дисциплинарного какого-то характера, то полицейские наказываются. И поверьте, они наказываются. У нас очень, я еще раз говорю, что много контролирующих, надзирающих органов присутствуют. Ну, в том числе, я думаю, что и на стриме присутствуют. Поэтому все отслеживается, и все смотрят, и наказывают полицейских. Просто, к сожалению, они это не показывают. И думают, что тем самым они как-то свой имидж повышают. На самом деле, если бы они по каждому факту показывали, то через не скоро, конечно, но через определенное время имидж полиции был бы гораздо выше. Граждане бы, ну, просто стали бы доверять больше. Но, увы, такого пока нет. Так, Руслан, спокойной ночи, добрых снов. VTHX. Да, спасибо большое на добром слове и вам добрых сновидений. Спасибо, что были с нами.
Для первого стрима хорошо, спасибо за выход в эфир. Виктор, этот стрим не первый, просто ребята, как-то, администраторы этого канала меня сюда пригласили и говорит, ну, попросили, давайте сегодня поприсутствуйте здесь. У меня есть мой канал, вы можете подписаться. Я там периодически провожу стримы. Сейчас я скину ссылочку. Вот, и... Так, сейчас я скину ссылочку. Так, ага, вот она. Копировать. Все, Виктор, вот ссылочку я вам сбрасываю на мой канал. Все, подписывайтесь на канал. Не забудьте значок колокольчика нажать, чтобы вовремя получать извещения о стримах и новых роликах. Так. Доказать. Так, Руслан, спасибо вам. Так. Ой, опять. Спасибо вам за вашу деятельность, за сообщество, за канал, за трансляцию, за корректные ответы на вопросы. Мы с вами и за вас. Еще раз рахмет. Александр, все, вам спасибо за поддержку. Всегда готов помочь. Ну, чем могу, конечно. Просто вот сегодня я рассказал вам о прессингах, которые происходят со мной каждый день, поэтому я просто еще раз приношу свои извинения всем, кто мне звонит и кому я отказываю в консультациях, если это не участники объединения, просто вы должны с пониманием относиться, что я физически не могу всем желающим просто помочь. Спасибо за понимание, кто это все понимает. Так, 159 лайков и 9 дизов, о, а я не вижу даже. Ну, здорово. Спасибо большое, ребята, что лайки ставите. Спасибо. Спасибо большое. Это, в общем-то, и меня в том числе, кстати, стимулирует. Я, когда вижу лайки, либо дизлайки, разницы нету. Я вижу, что, значит, людям интересно, людям, ну, значит, важно, они хотят что-то услышать, в том числе и от меня. После размещения ролика у вас что дальше будет? Ну, если именно на моем канале будет размещаться, я всегда скидываю ссылочку в компетентные, так скажем, органы, и по ним принимается решение. Если же ролики выкладываются либо на вот на этом канале Larus193, либо на канал, есть еще у нас коллеги Оса ТВ, то там, там огромное количество подписчиков, ну, я имею в виду для Казахстана, и там на них также реагируют и наказывают. Просто официально мы не обращаемся, если, то они официально, соответственно, и не дают ответ. Если кто-то задаст вопрос, они вам дадут ответ, что такой, ну, такой или такой там сотрудник, они наказаны. Поверьте, всех наказывают. Так, Андрей 8506. Нет такой страны Украина. Кончилась 2014 года. Заблуждаетесь. Я был, ну, сам я был на Крыме. У меня сестра живет в Киеве. И я вот буквально в сентябре поеду в Киев. Есть страна. Поменьше смотрите телевизор. Там сложная экономическая и политическая ситуация, но поверьте, там совсем, там не бродят бандеровцы с автоматами наперевес, как это показывают. Более того, я был в самом сердце, ну как нам показывают, бандеровщины, это Волынская область, город Луцк. Всю Украину я буквально в прошлом году изъездил, так что есть такая страна, поверьте. Так как вступить я из Мангистауской области, Александр Грушко. Александр, без проблем вступайте. Есть информация на сайте. Сейчас я вам скину ссылочку. Хотя ссылочки я уже, по-моему, две сбрасывал.
Две сбрасывал. Так, как стать участником? Выше по чату, если пройдете. Ну ладно, я уже вот зашел. Сейчас я вам сброшу ссылочку. Вот так. Так, дальше. Смотрят 32, а лайков 169. Ну, это зависит от того, что люди приходят, уходят. Это 32, сейчас 33, это те, кто находится онлайн. То есть, вот на данную секунду, на данную минуту. Ахат Бухарманов. Руслан Викторович, здравствуйте. Я только недавно к вам в чат присоединился. Руслан Викторович, а что за черные датчики сейчас устанавливают под спанчами? Когда они начнут работать? Ну, информация сейчас довольно скудная по этим видеокамерам. Посмотрим. Обязательно сообщение сделаю. На сайт заходите, информация будет. Так. Все, о, вопросы. Так, вопросы уже все у нас, да, заканчиваются. Так, вы стрим сохранять будете? Ну, у меня нет такой возможности, но ребята сказали сохранят. Как они сохранят, они мне его скинут. И я его на свой канал запишу, ну, закину. На моем канале будет, да. Обязательно будет. Потому что, ну, я думаю, что здесь много полезной информации. Поэтому думаю, ну, кому-то интересно будет еще посмотреть. Вот, проанализировать какие-то вещи. Вот. Так, ну, мы уже 1:38 в эфире. Ну что, ребят, будем, наверное, да, заканчивать, да, уже. Значит, в заключение тогда, ребят, спасибо вам большое, всем огромное спасибо, что поприсутствовали. Спасибо админам за такую возможность, что дали на этом канале провести стрим. Спасибо большое за хорошие вопросы. Причем самые разнообразные вопросы, в том числе касающиеся и там какой-то моим увлечением, да, ну, здорово, спасибо, что интересуетесь. Я прошу вас, значит, всем, кто меня слышит, там, передать, ссылочки есть, я вот, ну, лишний раз, думаю, сильно не напрягу народ. Если скину ссылочку на свой канал, большая просьба, подпишитесь на мой канал. Вот ссылочку я сбросил. Подпишитесь на мой канал. Ставьте лайки. Делайте репосты. Кстати, не забудьте, когда подпишитесь, на значок колокольчик нажать, чтобы своевременно получать новости с канала, в том числе о проведении стримов. Вот, ну и делитесь с друзьями. Мне сегодня очень понравился такой живой эфир, прошел очень много вопросов, очень много интересных таких вопросов было. Ну что, на сегодня, наверное, все. Наверное, все. Желаю всем удачи на дорогах, берегите себя и пока-пока, увидимся. Ставьте лайки, пока-пока.